Семена и саженцы клена астролистного Princeton Gold вырастают в полноценное дерево высотой около 12 метров. В начале листья пятилопастого типа имеют зеленый оттенок, но с приходом осени изменяются на ярко-желтый, к зиме полностью осыпаются. Ширина кроны взрослого дерева достигает 10 метров. При посадке нужно выбирать хорошо освещенный участок сада, который будет защищен от воздействия холодных ветров. Почва должна быть рыхлой и плодородной, но клен может произрастать и на других типах грунта. Хорошо переносит средние показатели по морозу и не нуждается в специальном укрытии. Клен астролистный Princeton Gold – это дерево с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц май. Окраска цветка желтовато-зеленая. Лист растения по форме лопастный. Клен астролистный Princeton Gold имеет средний летний срок созревания. Важно, что клен астролистный Princeton Gold самобесплодный, обоеполый. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наши видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.